застегнем, застегнем пуговки. Смотрите, они все с пуговками. И что? Что? Я наслышана, что показ будет просто невероятный. Если честно, прям с нетерпением жду. Я очень люблю, в принципе, смотреть на красивых девушек, как бы это ни звучало, из уст девушки в красивой одежде. Надежда очень талантливая, красивая, яркая, поэтому ждем. Она никогда не оденет невесту в то, что ей не подойдет. Поэтому это для нее очень важно, именно одеть ее в то платье, которое будет подчеркивать ее фигуру. Показ называется «Любовь и страсть». Чего вы ждете от этого показа? Отражение наших отношений. Владимир? Ну, меня сложно удивить, но я думаю, может, подчерпнем что-нибудь сегодня себе на ночь. Уверена, просто на 100% уверена, что здесь будет все на высоком уровне. Некоторые зрители могут не знать, что такое «сперанца». Переведите нам, пожалуйста, это слово. Это надежда на итальянца. По-итальянски, потому что я когда-то была влюблена в итальянца. И, собственно, из-за этого коллекция, собственно, бренд так и назвался. И первая коллекция посвятила ему. Она называлась «История любви». А теперь эта коллекция обо мне.